Всем привет! С вами Роман Журавлев. В этом видео я покажу, как освободить память на устройстве. Заходим в настройки. Я буду это делать на Android планшете. Нажимаем хранилище. Нажали. Вот. Фото, фильмы. Вот. Фильмы и сериалы. Я не помню, чтобы я что-то такое скачивал. Вот, заходим, изображение. Вот. Мы зашли, и вот здесь. Только изображение. Давайте удалим мод. Нажимаем на три точки. Вот, там телевизор есть рядом, и три точки. Нажимаем. Сейчас перемотаю. Вот, и... Это долго вообще удалять, вот. Просто удаляем. Сейчас перемотаю, просто очень долго. Вот, тогда удалили. Нажимаем корзина. Вот. Это на андроиде, еще раз говорю, в планшете. Ну или на телефоне, вот корзина. И вот. Здесь много фоток. Вот, нажимаем на три точки. Вот на три точки, как вы уже заметили, вот. Очистить корзину. Сейчас. Вот, и нажимаем очистить корзину. Очистить корзину. Все объекты будут удалены до всегда. Отменить это действие невозможно. Вот, вы... Тогда удаляйте эти фотографии или видео, уже больше не восстановить. Нажимаем кнопку «Очистить». И вот, у вас в корзине пусто. И вот, просто удаляйте просто видео или фото, видео или фото, которое вам не нужно. И вот, всем пакета, всем пока, с вами был Роман Журавлев, подписывайтесь, спасибо. Мне приятно, ну и все, до скорых встреч.